Я приветствую всех на своем канале. Сегодня в этом видео я покажу, как скачать шапку со своего канала, с чужого канала, как установить ее к себе на канал, а также как скачать превью с видео и аватарку с канала. Для этого выбираем произвольно канал с красивой шапочкой, ну, к примеру, вот этот вот. Правой кнопкой мыши по баннеру выбираем просмотр кода страницы, выскакивает сам код, жмем Ctrl-F, выскакивает типа поиска. Идем ко мне под видео, в описании будет текст. Его копируем. Если на русский перевести, то там будет написано «Баннер миниатюры». Почему копировать? Потому что написать вам его будет довольно-таки сложно, он замысловатый. Скопировали, вставили в эту строку, нажали Enter. Вот у нас выскочил результат. Копируем с самого начала и до кавычек, захватывая букву J. Хочу обратить внимание, если вы скопируете что-то лишнее, ссылка у вас не откроется. Копируем, вставляем в строку, жмем Enter. Вот у нас появился баннер. Его сохраняем в папке. Но я хочу вас обрадовать, что его установить на канал у вас не получится. Сейчас покажу почему. Изменить оформление канала. Находим этот файл. Вот он у нас. Открываем. И что мы видим? Выскакивает табличка. Фотография слишком мала. Как нам выйти из данной ситуации? Кликаем по ссылке баннера. И курсор вправо, в самый конец ссылки. Теперь мы удаляем все значения до цифры 2560. У вас могут быть другие цифры. После того, как удалили, жмем Enter. Вот он выскакивает, наш целиковый баннер. Его мы сохраняем в папочку. И его теперь мы сможем загрузить к себе на канал, а также его редактировать. Вот, пожалуйста. Ну, с этим все понятно. Теперь переходим к скачиванию превью с видео. Выбираем также любой канал. Открываем видео. Ну, к примеру, вот это. Ребята, привет, здравствуйте. Правой кнопкой мыши по странице выбираем просмотр кода страницы. Также нажимаем Ctrl-F. Выскакивает опять у нас поиск. Идем ко мне под видео. Копируем. По-английски написано изображение. И вставляем в этот поиск. У нас находится три значения. Берем вот это первое. От кавычек и до кавычек копируем. Вставляем в строку. Жмем Enter. Вот он, наше превью. Сохраняем у себя на компьютере. И дальше можем редактировать и делать все, что мы запланировали. Так, и последнее нам осталось, это скачать аватарку. Вот на примере вот этой аватарки я покажу, как это делается. Опять же таки, правой кнопкой мыши выбираем открыть картинку в новой вкладке. Вот она у нас появилась. И сохраняем себе на компьютер. Все, теперь мы умеем скачивать шапку с канала, превью с видео и аватарку с канала.
На этом я хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.